должна составлять финансовая подушка безопасности семьи Петрова, если их расходы составляют 50 тысяч рублей в месяц? Ответ на этот вопрос предстояло найти участникам семейного фестиваля сбережений и инвестиций. С ним справились практически все. Нужно было сумму расходов умножить на минимальный промежуток времени – 3 месяца. Итого 150 тысяч рублей. Такие задания, по мнению организаторов, должны повысить семейную финансовую грамотность. Пополнять копилку знаний участникам предложили в игровой форме. Проходят квесты, беседы интересные, у нас лекция интересная была на данную тему. А организатор – это Министерство финансов России. Такие семейные фестивали прошли во всех 23 филиалах вуза. Многодетная семья Перфильевых участвует впервые. Отвечать на вопросы про сбережения, инвестиции приехали из Москвы. Очень интересная была игра с инвестициями. Мы там, насколько я поняла, набрали максимальное количество очков. Очень понравилось, очень интересно. Во время участия о результате не думали, но оказались в числе победителей. Получили не только новые знания, но и ценные призы, а также право участвовать уже во всероссийском этапе фестиваля. Он пройдет в Москве в начале сентября. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».